На фоне всех кавалеров Джонни Булискерия выделяется своим смокингом. Ради дорогого костюма студент летом работал продавцом на пляже. Все для того, чтобы попасть на сретенский бал, где действует строгий дресс-код. Платье в пол для девушек и вечерний костюм для мужчин. Внешний вид очень говорит много о человеке. Если человек скромный, то видно, что он человек воспитанный. Не позволяя себе вульгарной одежды. Положительный внешний вид, уже можно сказать, что человек сам по себе уже в первой стадии тоже положительный. А там уже идет общение, как сказал Сократ, заговори, и я тебя увижу. На балу Джонни участвует в 4 видах танцев из 5. Участники бала репетировали в течение нескольких месяцев. Этот бал мы проводим, конечно же, в первую очередь для того, чтобы молодежь соприкоснулась с тем традициям, которые были утрачены у нас на Руси. Под классическую музыку молодежь может вспомнить старые танцы замечательные, изучить их, познакомиться. И все это проходит под эгидой Дня молодежи, потому что прославленный День молодежи мы празднуем традиционно в День Сретения Господня. В этом году на Сретенском балу прошла благотворительная акция. Участники могли пожертвовать деньги для нуждающихся. В этом году бал у нас еще благотворительный, то есть мы делаем благое дело, забираем для малоимущих и деток с диагнозами средства. То есть все, что будет выручено сегодня, будет направлено в помощь. На балу побывали около 300 парней и девушек. Организаторы надеются, что с каждым годом участников будет все больше. Инга Габишия, телекомпания ФКТ.